По версии следствия, все произошло в ночь с 5 на 6 февраля. Трое молодых рязанцев приехали в Тамбовскую область в поисках развлечений. В качестве средства для передвижения, к слову, выбрали «Лексус» одного из товарищей. Вероятно, желая совершить другие дорогие покупки, друзья сняли в банкоматах Дмитриевки и Мичуринска 55 тысяч рублей. Однако, как выяснилось позднее, сделали они это незаконно, за что и поплатились. По данному факту, следственным отделом ОМВД России по городу Мичуринска было возбуждено уголовное дело. Данные жители были задержаны по подозрению в совершении преступления на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия. Все трое уже дали признательные показания. В случае, если вина будет доказана, рязанцам грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 6 лет. Кроме того, следователи считают, что подозреваемые могли совершить и другие подобные преступления как на территории Тамбовской области, так и в других регионах страны. Эту информацию проверяют.